Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я записала видео по инвестиционному майнеру Vidoka. Это долларовый майнер. Здесь мы майнин доллары. И я депонировала вчера 1 доллар. Здесь хоть и дают бонус 5 долларов, но без вложений здесь нам вывести не дадут. Нужно как минимум вложить 1 доллар равен 60 рублям. Значит, давайте я соберу прибыль и сразу в режиме онлайн проверим его на вывод. Ну, я знаю то, что он платит, так как мой пригласитель выводил, и я шла целенаправленно, прекрасно осознавая о том, что без вложений он вывести не даст. Значит, вот здесь вот моя прибыль. Я собрать доход успешно. Окей. И вот мой 10% 1 доллар и 3% это бонусный капает. Так, и того сейчас надо его что? Его надо обновить. Сейчас он сам обновится. Итого на балансе у меня 32 цента. Значит, далее что? Финансы. Кликаю. Выплата средств. Можно делать реинвест. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, в данном разделе вы можете обменять средства со счета для выплат на счет для покупок, получив при этом плюс 5% бонуса. После этого вы можете купить тарифы, улучшить их или купить просмотр своего сайта в серфинге. Минимальная сумма реинвеста 20 центов. Вот так. Ладно. Это все потом. Может быть, кликаем выплата. Так как я в настройках прописывала Pair кошелек, я выбираю Pair. Значит, мой кошелек. Сумма стоит по умолчанию. Будьте внимательны при выводе, чтобы стояла, если здесь бы у меня стояло 33, как бы бывает, что округляют, то нужно ставить именно такую сумму. Выводить я еще ничего не выводила. Давайте кликнем. Вывести минимальная сумма. У меня 10 центов, максимальная 5 USD. Свыше максимальный идет в ручном режиме. Вывести. Успешно. Деньги успешно переведены на ваш кошелек. Идем на Pair. Вот я вчера депонировала. Кликаем. И я обновляю страничку. 22 ноября. Даже комиссию не сняли, что удивительно. 22 ноября. Перевод выполнен. 0,32 цента. Выплата пользователю Елена с проекта Vidoka. Платит инстантом замечательно. Краткий обзор я делала, друзья, вчера. Здесь вот письмо. Так что в данном разделе сообщение администрации. Вот это какое-то лото. Есть телеграм-чат, можно добавиться в чат. А это что это, я не знаю. Ну, сейчас посмотрим, так как письмо пришло, да? Хорошая новость для любителей лотереи. Открыт новый раздел. Лото 9 из 35, где вы можете купить один или несколько лотерейных билетов. Стоимость билета 1 доллар, всего билетов 35. Как только будут проданы все билеты, состоится розыгрыш. Выигрышные билеты 5 билетов по 2 USDT.
ребята, по 2 доллара. 3 билета по 3 доллара, 1 билет 10 долларов. 6,45. Но это для любителей, кто любит такие. Мне не везет в лотереи. Вот. Ну, в принципе, и все. Что еще? Я вчера делала краткий обзор. Тут больше нечего. Здесь нужно оставить будет отзыв. Так как, если кликнем на отзывы, отзывы все положительные. Вот это я потом уже заставлю. Оставить свой отзыв. И далее пошло. Так, выплата инстант. Сумма 1.01. Далее, что здесь? 18 центов. 2 доллара. Так, здесь платит без проблем. Ля-ля-ля, тополя 98 центов. Как бы 43 цента. Ну, люди как бы оставляют отзыв. Естественно, нужно оставить свой отзыв. Ну что, друзья, не забываем о том, что это инвестиции, а любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Я рискую своими деньгами, а вы же думайте сами. Халявы здесь, как я сказала, уже нет. Хоть и дают бонус. Также есть баунти программа. Только будьте внимательны, читайте очень. Очень-очень внимательно. А бонусы еще есть, но это потом. Вот. Ну, как-то так. Всем удачи, больших заработков. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч.